Шаббат шалом, дорогая община. Прежде чем приступить к комментарию, хочу добавить к объявлению о водном погружении. Если вы молодые люди и вам исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет, для того, чтобы пройти водное погружение, вам надо письменное разрешение родителей. Пожалуйста, обратите на это внимание. Если вы хотите прийти и записаться, приходите с этим письменным разрешением. Мы поговорим с вашими родителями, поговорим с вами и будем таким образом рассматривать ваше дело. Спасибо. Теперь давайте мы встанем на наши ноги для молитвы. Барух ата Адонай Элогейну Мелех Аалам, Ашер Бахарбану Миколи Гаамим, Ванатен Лану и Торато. Барух ата Адонай Натена Тора. Благословен Господь и Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, и на этой неделе мы продолжаем изучать книгу Бемидбар, книгу чисел. И наша недельная глава, которую мы изучаем сегодня, называется «Корах». Это книга чисел с 16 по 18 главу. И скажу вам, как человек, который комментирует Тору, глава очень интересна для комментария. Почему она так интересна? Ну, потому что глава известная. О ней очень много говорилось, эту историю мы с вами все очень хорошо знаем, и в христианском мире эта глава популярная, но этим-то и интересно, что на всем этом фоне можно для себя найти что-то новое. И Писание, оно как раз раскрывает нам каждый раз все новые и новые вещи. Можно тысячу раз читать одно и то же место Писания, но всегда оно будет открываться в новом ракурсе, и Бог будет говорить новое понимание определенных вещей в твое сердце. Так что мне Бог тоже что-то открыл, я с вами сегодня поделюсь чуть-чуть. Хорошо, давайте для начала посмотрим, о чем же нам рассказывает данный раздел Торы. Ну, начинается нам с хорошо известных событий, это бунта. Бунта двоюродного брата Моше, Кораха, он же Корей, к которому присоединились Даван и Аверон и Авнан, сыны Рувиновы. Правда, Авнан потом, как говорят комментаторы, под чутким руководством жены одумался. Ну, это комментаторы так говорят. Но медраши интересные почитать есть. В общем, одумался, но 250 начальников народа израильского не думали, а стали частью этого бунта. И восстали они как раз именно против законов по наследованию священства и распределения ролей при работе мешкана. Ну, далее Моше, будучи руководителем кротким, смиренным, он, зная, как поступать в подобной ситуации, он передает все на суд Божий. Но, как руководитель, он все-таки пытается призвать Давана и Аверона для разговора. Ну, они от этого, на этот разговор не пришли, отказались. После этого Господь производит суд над бунтовщиками, разверзается земля, и погибает Дафан, Аверон, Корах, все семьи их, все их имущество. А 250 начальников, которые пристали в бунту, они были сожжены огнем, который был в кадильницах, с которыми они пристали пред Божье лицо. После этих событий Господь дает повеление из этих кадильниц, этих бунтовщиков, сделать листы, покрыть ими жертвенник, что являлось знамением для будущего поколения израильского народа. Однако народ на этом не останавливается, идет вторая волна ропота на Моше и Аарона, за что пришло опять-таки поражение в среду израильского народа, погибло 14 700 человек. Да, мы вот недавно, несколько служений назад, вспоминали, что это количество погибших людей в войне в Афганистане за 10 лет. Тут произошло мгновенное поражение 14 700 человек. И если бы Аарон не вступился за народ,
то поражение было еще более бы фатальным. В 17 главе Господь, Он подтверждает избранность Аарона как священника, и его расцветший жезл, он также ложится перед ковчегом откровения для того, чтобы быть знамением, опять-таки, для последующих родов сынов Израилевых. И после этого Господь напоминает, после этих событий Он напоминает обязанности когенов, обязанности левитов и дает части, которые принадлежат священникам, и десятины, которые принадлежат левитам, которые должны были, в свою очередь, давать десятину из десятин для священников. Вот такие вот интересные события, да, насыщенная глава, о каждом отрывке можно говорить много. В прошлом году, так получилось, я как раз эту главу комментировал, и мы рассматривали две личности. Личность бунтаря Корея, который был, как я сказал, двоюродным братом Моше, который был, как говорят комментаторы, учителем Торы, очень одним из богатых, богатейших людей в Израиле, почитаемых людей в Израиле, но который свои личные, человек, который свои личные амбиции поставил выше Божьего порядка и пожелал большего положения. И рассматривали Моше как пастыря, человека, который руководил не самым, скажем так, спокойным народом, у него была не самая миролюбивая община, но при всем этом он показывал качество руководителя, лидера, который заступается за свой народ, который ходатайствует за свой народ перед Богом. И он исполнял то призвание, которое на него возложил Бог, призвание формирования Божьего народа, передачу этому народу Божьих принципов жизни, устроения, служения. Сегодня же я хочу коснуться с вами вопроса наказания, вот Божьего наказания за бунт, и если хватит времени, еще обратить внимание на ответственность и привилегии. Начнем с того, что давайте вспомним вообще историю формирования Божьего народа. Из истории этого формирования мы видим, что народ не образовывался сам по себе. Бог избирал определенных людей. И мы с вами помним, как Бог призвал Моше, дав ему определенные повеления. Мы помним, как Моше пришел к Аарону. Мы помним, как впоследствии, когда уже вышли из Египта, опять-таки через своего тестя он получил слово о том, чтобы ставить 50 начальников, 1000 начальников, в общем, строился народ. Во всем действии всегда Бог, действии по устроению своего народа, Бог использовал определенных людей, наделяя их определенной властью, давая им определенные указания, руководя и направляя их в их действии. И если мы посмотрим с вами внимательно и вот включим наше воображение, то вот это все устроение Божьего народа, оно было в принципе не очень просто все происходило и непростое время. На секунду представьте, 2 миллиона людей с рабским мышлением, рабов, выходит из Египта, да, вообще никакой структуры. Ничего, просто вот они выходят из Египта, они не видели конечной точки. Это слова, которые говорят в землю, где течет молоко и мед, они очень абстрактные, да, страна, где течет молоко и мед, да. Говорит, что очень хорошо, но оно все абстрактно. И то, что произошло вообще вот за год до данного, в принципе, прошел где-то чуть больше года событий, это было реальное Божье чудо. Вот это было Божье чудо и Божья слава, что Господь за один год вот эту вот толпу рабов, двухмиллионную толпу сумел родить народ, сумел структуризировать дать им священство и дать им исполнять это священство, войдя в близкие отношения заветные с этим народом.
Ну, реально это чудо, ну, год времени, извините, у нас уже в структуризированной стране за 20 лет порядка навести не могут. А, за год было построено, был построен народ. И, как я уже сказал, делал он это через ключевых людей, определяя их определенными обязанностями и давая им определенную власть. Мы знаем, что этот народ, как я говорил, уже не был самым спокойным народом, и периодически у них возникал ропот на этих людей поставленных и на, ну, тем самым на самого Бога, за что приходило наказание. Мы знаем это. И целью наказания, в принципе, Божьего наказания является исправление. Исправление. Бог хочет, чтобы люди, чтобы Он хотел, чтобы народ, он исправился. И интересно то, что из Писания мы знаем, что у некоторых людей была возможность для исправления, но были люди, которые погибали мгновенно за неправильные какие-то поступки. Приходил там поражение, люди погибали мгновенно. Возникает вопрос, почему же роптал весь народ, а определенные люди погибали сразу? Да? Ну, интересно, в принципе. И мы не знаем ответа на этот вопрос, но мы знаем, что у Бога нет неправды, и Бог есть сердцеведец. Есть, значит, какие-то причины, по которым люди погибали, именно данные люди. И если мы с вами вспомним предыдущую главу, которую мы изучали на прошлой неделе, то мы увидим, что уже сформированный народ, который видел великую славу Божию, народ, в котором Бог обитал своим присутствием, этот народ опять ропщет, он не хочет входить в ту землю, которую ему обещал Господь, и этот народ в своем безумии доходит до того, что он даже хочет побить камнями Моше и Аарона, Егоши бен Нуна и Халева. Вы помните эту историю? Так вот, в этой истории мы видим следующее, что, ну, я не буду оправдывать, конечно, действия народа ни в коем случае, но если мы посмотрим, то то, что происходило с народом, их ропот, он вытекал из чисто человеческих слабостей. Они испугались. Они просто испугались. Ту информацию, которую они получили, они испугались, и это произвело в них страх. Но были 10 человек, которые были наказаны сразу. Вот народ, он не был наказан сразу. Им сказано было, что он не войдет в землю, которую обещал Господь, и погибнет в пустыне. 10 же человек, они погибли сразу. 10 соглядатаев, которые представили неправильную информацию. И если мы посмотрим, то мы можем видеть, что, как я сказал, те руководствовались своими, ну, страхами из-за того, что они услышали, эти же, они исказили истину Божию. Ну, не было в той земле вот такого, как они представляли, там, исполина, вот этого всего. Это было приукрашено, это было искажение истины, и за это они понесли наказание, на которое у них не было права на исправление. Смотрите, народ, я думаю, что народ, в принципе, у них была за 40 лет возможность переосмыслить свои какие-то понимания и сказать, что они все пошли в погибель, ну, нельзя, потому что, ну, я бы не брался сказать так, потому что мы знаем, что Моше и Аарон, они также не вошли в землю обетованную, но Моше, он и Аарон являются примерами, положительными примерами веры, положительными примерами служения. И вы знаете, хотя основанием и тех, и других было неверие, но, скажем так, наказание у всех было разное. У тех была возможность справиться, у тех этой возможности не было. В нашей с вами недельной главе мы также видим историю бунта и ропота. И Корах и компания, которая к нему пристала, стала его сподвижниками, она выступила против Божьих принципов устроения народа и против легитимности власти, которую этот Бог поставил, за что и пришло наказание.
мы видим, что эти люди получили наказание без права исправления. Я зачитаю отрывок, это числа 16 глава, с 28 по 33 стих. «И сказал Моше: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, написано, живые сойдут в Шеол, в ад, то узнаете, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и все людей кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Удивительное, да, но событие, будоражащее воображение, разверзающаяся земля, гибель всех их семей, и, как я сказал, они погибли без права на изменения. Почему? Потому что то, что они делали, это было осознанное действие, осознанное выступление против Бога и против Божьих ставленников. Они не восстали просто так. Все было продумано. Если мы посмотрим, почитаем внимательно, сопоставим с предыдущей главой, они действовали на фоне предыдущего ропота. Они действовали, когда народ уже был, как говорится, заведенный. Мы видим, что свое восстание, это написано, что они восстали или поднялись, свое восстание они начали на фоне поражения от амаликитян и хананеев. Тем самым у них был повод поставить под сомнение и утвердить то, о чем был ропот в прошлой главе. И все это было продумано и хорошо спланированное действие. И они были непростые люди, не, как говорит Борис Саулович, амгарец. Это не были люди земли, это были именитые из народов. Это были главы колен, но это были левиты. Это были начальствующие, люди, которые знали Божье устроение, люди, которые знали Божьи принципы, люди, которые были наделены служением при храме. Это не были последние люди, но они восстали, они поднялись, они подняли этот бунт. И этим своим поступком, как написано, мы видим, что они презрели самого Бога. И за сделанный грех они получили наказание, что сошли в преисподнюю. И если мы посмотрим продолжение этой истории, то в нашей главе мы увидим вторую, опять-таки, волну ропота, которая началась в числах 16 главе 41 стихе на другой день. Вот произошло это чудо гибели этих людей. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моше и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». И погибает после этого действия 14 700 человек. Я не буду читать весь этот отрывок, чтобы, ну, вы сможете сделать это самостоятельно, чтобы не терять время. Но из этого отрывка видно, что эти 14 700 человек, они погибли мгновенно. Там, если бы Аарон не вступился, сказано, что Моше сказал ему: возьми кадильницу и беги в народ. Ну, представьте, это не заняло много времени. Произошло мгновенное убиение этих людей, наказание этих людей. И я думаю, что опять-таки это не произошло случайно. Ну, я не думаю, что это происходило так, что Господь сказал ангелу смерти: давай, вперед. И тот вышел и пошел шашкой без разбора косить израильский народ. Ну, я думаю, что Бог не действует такими принципами, что всех поподряд, давай, все. В Новом Завете есть местописание интересное. Это Евреям 4 глава 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно,
и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». И вы знаете, мое понимание смерти этих людей, потому что Бог, Он видит помышления и намерения сердечные. И я думаю, тот бунт, который произвел Корах, вот отголоски этого бунта были в сердцах этих людей. Этот бунт, он не прошел бесследно. Я думаю, что эти люди, они приняли в себя то семя нехорошее, которое было в этой идее всеобщего равенства, которую выдвинул Корах. И мы с вами знаем также в Новом Завете есть местописание, чтобы мы смотрели, чтобы никакой горький корень, не возникнув, не причинил вреда, и чтобы ими не осквернились многие. Да, мы помните. Так вот, в этой ситуации горький корень, возникнув, он причинил вред, и им осквернились многие. Но возникает вопрос тогда, опять-таки, если написано, что Слово Божие живо и действенно, то возникает вопрос, на основании какого слова они были судимы, если слово судит помышления и намерения сердечные. Скажем так, по какой статье тогда, по какой статье было Божьего кодекса наказания, интересно. И если мы вернемся в книгу Исход, в 23 главу, то мы увидим интересные слова. Это вот мы вчера с братом Виктором общались, и вот он мне такое местописание подсказал интересное. И я хочу поделиться нашим совместным пониманием. Смотрите, написано, Исход 23 глава, 20-21 стих. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай глаза его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». И в оригинале вот это слово «грех», ну, скажем, в русском переводе, ну, грех-то грех. А в оригинале это слово имеет разные значения. Так вот, в оригинале это слово «пеша», и значением этого слова является бунт, восстание и беззаконие. И мы с вами можем, если мы перефразируем эту фразу, то мы, 21 стих, то получим: «Блюди себя пред лицом его и слушай глаза его, не упорствуй против него, потому что он не простит бунта вашего, ибо имя мое в нем». И у Кораха и Дафана, Аверона, 250 начальствующих, и у этих 14 700 человек не было шанса на прощение по причине вот этого внутреннего бунта, который они допустили в свое сердце против Божьего порядка, против Божьего устроения, за что и пришло столь, как говорится, быстрое и тяжелое наказание. И для нас с вами это хороший пример. И еще обращу внимание коротко на один момент. После вышерассмотренных событий, которые вот мы с вами рассмотрели, мы видим, что после этого, после того, как Господь навел порядок в своей среде, после того, как Господь подтвердил право на священство Аарона, он акцентирует свое внимание на ответственности священнослужителей, на ответственности левитов, на их обязанностях. И после этого уже, после того, как акцентируется внимание на этом, он говорит уже об обеспечении. Но если мы посмотрим внимательно, то даже в обеспечении мы увидим обязанности и ответственности. Вот потому что у когенов было то, что определенные святыни могли есть только мужчины.
были свой порядок, свои правила, и они должны были наблюдать. Первый стих 18 главы, он говорит, что вы будете нести ответственность за святыни, и за святилище и за священнодействие. И вот были части, которые могли есть только мужчины, были из возношений, из того, что приносилось из первых плодов, могли есть только люди в состоянии ритуальной чистоты. И у левитов мы также видим, что в приношении десятин также был свой определенный порядок. Как мы с вами знаем, было три десятины, и одна из десятин – это была десятина из десятин для когенов, ну, было, в общем, опять-таки, свое устроение, свой порядок. И к левитам, когда к ним Господь говорил, то Он говорил, что это будет тем действием, которое вы должны совершать для того, чтобы быть в правильном отношении, в правильном положении перед Моим лицом. И вы знаете, самое интересное, я думаю, что о десятинах это надо будет поговорить в следующий раз. Это особенная тема, можно будет рассмотреть эти вопросы. Это целый комментарий. Но самое важное, о чем я хочу акцентировать внимание на этом моменте, это то, что само обеспечение, которым обеспечивались люди, служащие Богу, оно исходило непосредственно от Господа. Люди, которые давали десятины возношения, они, мотивация была даяние Господу. А Бог уже заботился о своих служителях. И это главный принцип, который, на который действовал и действует, это понимание, которое происходит в среде нашего народа. И в наше время это также актуально, потому что наши десятины мы также не приносим людям. Мы не приносим их пастырю, мы не приносим их служителям. Я скажу, что мы не приносим их даже в общину. Вы знаете, понимание того, что я приношу десятину в общину, это, я считаю, неправильное понимание. Мы приносим десятину Господу. А Бог уже те финансы, которые Он дает нам, из которых мы отделяем эту часть, Он вверяет их людям, которых Он поставил на служение, для того, чтобы эти люди распределяли этого, для того, чтобы община Божья действовала, жила и могло происходить служение Богу. Община, которая есть тело Иешуа Мессии. И подводя итог, я хочу сказать следующее, что у каждого из нас свое призвание и у каждого из нас свое предназначение в Божьем плане и своя ответственность. Это то, к чему определил нас Господь. И нам важно смотреть на то, как мы исполняем это призвание, а не смотреть на окружающих нас людей. Я хочу... мы можем, правда, смотреть на окружающих нас людей, но для того, чтобы поучиться, как правильно служить Богу. И закончить свой комментарий я хочу словами Писания. 2 Петра, 1 глава, 10-11 стих пишет следующее. «Посему, братья, более... Братья и сестры, добавлю. Посему, братья и сестры, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иешуа Машеха. Пусть Господь нам в этом поможет. Барух Ашем».